Просьбе подписчиков снимаю короткое видео, как открыть без повреждений ТВ-геймерский картридж. У нас вот такой классный коллекционный экземпляр Darkwing Duck. Защелки сломать никак нельзя, открыть очень хочется, с целью проверить, что же там за плата. Итак, задача: сдавить одну из панелей, либо верхнюю, либо вот нижнюю. Ну, как правило, естественно, в случае ТВ-геймов это верхняя панель. Нужно это сделать для того, чтобы выдавить защелки из замка. Удобно нажимать вот где-то вот сюда, наверное, на середину картриджа большим пальцем. И вот таким вот образом выдавливаем первую защелку. Переходим к другому, к другой стороне. И таким же образом поступаем на другой стороне. Вот так, плата извлечена. Все. Всем привет.